И всем привет, с вами я, Артур, и это второе уже видео на этом канале. В этот раз я нашел игру Pumpkin Panic. Pumpkin, просто такой паника. Такая, наверное, паника. Ну, неважно, короче. Настроили все, вот сейчас играем. Вроде типа игра с виду сверху. Тут будем фермы управлять, конечно. И почему-то все еще кровати, тебе нужно идти работать в ферме. Вставай, пора идти. Жмите F, чтобы встать. Мы что, с вороной говорим? Наконец-таки, нельзя тратить время. Идем делать вещи, которые делают фермеры. F. Возьмите семена с помощью F. Я подожду тебя снаружи. Окей, ну мы тыкву. У нас хозяин, похоже, ворон, так, ну подобрали. Что, домик, верстак есть, кровать, шкаф. А, прятаться в нем нельзя, только вещи ставить. Ворон сказал, нас снаружи подождет, но я его не вижу еще. Это тут, наверное. А, вот он. Вот ты тут. Посадите семена вот в этом месте. И потом с помощью F, и потом полей их водичкой с помощью Space. Тут, еще за спидранем это. А что, кончились? А, да. Да, у нас кончились семена. Так, и? Если тебе понадобится больше воды, ты можешь подойти к... Well, вот у нас вроде... Колодец? Так, где колодец? А вот тут. Жатер. Вот. Вот. Полили. Если хочешь сделать апгрейд своим инструментом с помощью новых ресурсов, можешь пойти к верстаку, который у тебя находится дома. Ну да, верстак это и был. Так, ну понятно. Снова водички набираем. Ну а что с семенами-то? Или типа хватает нам столько? Во! Больше у нас теперь семечки обратно вернули. Ты, кстати, можешь использовать свой фонарь с помощью клавиши R. Будь осторожен. Осторожен в каком плане? Типа он у него энергии есть тоже. А да, вот это желтенькая фиговина рядом с синей водой. Это для него идет. Понятно. Так. Все, поливаем тут все. Снова водички. Ну и так повторяем. Так, ну вроде тут нам показывается будет цикл времени там ночью. Типа всякие монстры будут. Прям реальные монстры. Страшные. Прям. Уф. Еще дождемся ночи, пока что тут поделаем, что нам сказали. Поливаем, поливаем. Что это за звук? Ага, не пора идти, тебе тоже стоит. Прячься. Беги с помощью шифта. Окей, бегу. Что это не так? Я хочу увидеть, что не так. Нет, что это? Йоу! Это что за лысое существо было? Боже. А это что за звук такой? Все. Можно выходить? Не, ну это точно не нормальная ферма. Какие-то монстры лазят, блин. О, палочка. Так, ну, прошел туториал, как я понял. Теперь мы тут сами все делаем. Так, нет. Вот. Все это добро. Хотя вода в колосе заканчивается, что ли? А, нет, это эффект такой.
Налили все. Набираем вновь водички. Блин, тут какой-то лысый существо. Похож на Рейка. Да, похоже, вот такой звук скрипящий, какой-то скрипка там опломнет. Наверное, звук, который он идет, когда типа все полностью пропадает. Мы будем знать. Все. Забираем это все. Вновь ставим семена. Прекрасно ли? Так. Ну, прям, кстати, прям четно успеваем и полить все, и, блин, не смог эти двое. Короче, я говорю, мы успеваем прямо полить все, и потом обратно все это. Дать время, чтобы все тут высохло. Да ё-моё! Как же так, блин? Так. Вот так. Теперь оставим обратно семена. Давайте побольше водички, чтобы обратно не бегать. Ну вот и все. В принципе, просто домик тут рядом. Скорее всего, сложно будет появиться. Я вижу, тут другие есть места с разными фруктами. Скорее всего, будем так же, как и тут, только на этот раз подальше от дома. Что будет это делать сложнее. Ну, сложнее, а более опаснее. Знаешь, что если та чупакабра лысая выбежит, то... Нам бежать гораздо быстрее нужно теперь. Оп! Пора идти. Пора идти. Что, ну-ка посмотрим на него еще раз. Оп-оп. Реально голый ходит весь. У нас верстак есть, давайте его используемся. Так, Бредквин. Что-то там много уходит. О, все, хорошо. Так, ладно. Бред к ведру делает наше ведро гораздо больше. Бред к колодцу быстрее воду заполняет. Скорость. Увеличивает число. Давайте вот это. Давайте, кстати. Думаю, знаете что? Вот это купим. И вот это. Давайте скорость. Личку. И вот это. Во! Там хорошо как. Все купили. Все взяли. Стоп. Это записка тут была? Следуй за моей песней. Это за песню? Какую песню? Что-то я не понял. Так, что-то темнеет уже. Боже. Давайте спать. Идем. Так. А что? Мне спать не положено? Понял. Спать не могу? Реально? Блин, ну это сложно будет. Окей, мы сможем. Так, главное стамину экономить. И все будет хорошо. Какого-то монстра. Шаги какие-то, блин. Так,
заполняем. А, у нас так все полно. Что это? Песенка. Следуй за моей песенкой. Так. Где? Еще нужно на звук попытаться сфокусироваться. Где это может быть эта песня? Так, где тут? О! Шарик? Почему мне просто шарик дали? А чё, просто так? Чё? Что-то вылезло там. Ладно. Может, зря мне этот? Знаешь что, давайте лучше в дом зайдем. Блин, оно заканчивается еще. Лампочка наша. Блин, 200 монет стоит, чтобы вновь заполнить. Ладно, еще может что-нибудь другое повысим. Так что у нас тут есть? Че? А вот еще этот будет лысый ходить. Что это? Это уже другой звук. А вон он идет. Почему это? Ну а чё? Блин, не тонет. Чё я могу тогда купить? Чё? Ты чё? Эй! Нет! Чё это? Чё это? Да... Я даже не знаю, что это было. Оно из-под кровати вылезло. 11 минут. 44 монет. Боже, они меня закаунтерили. Блин, этот снаружи ходит, а этот из-под кровати вылез. И все, типа, чтоб я всю ночь дома не просидел. Боже, блин. А это что? Ё! Обязательно было так сделать, да? Обязательно подбежать и мой труп похерачить, когда я умер. Ах. Ладно тогда. Все, давайте, пока всем.